Как дела? Отлично, спасибо. Отлично. В Корле я чувствую себя в безопасности. Ведь в нашем городе находится глава гильдии бойцов. Понятно. Тем, кто ищет работу, стоит подумать о гильдии бойцов. Говорят, они всегда рады новобранцам. Надо же. Люди подавлены, взволнованы. Подобные события испытывают на прочность веру. Удачного тебе дня. Как поживаешь? Вор! Положи назад, тебе не уйти отсюда. Как ты смеешь воровать у меня? Все кончено. Сколь веревочки не виться, я конфискую все, что украдено. А теперь выбор за тобой. Заплати штраф, или я упеку тебя за решетку. Отбывай свой срок со смирением, и ты вернешь свой долг обществу. Иди отдохни. У меня ноги сейчас отвалятся. Правильно, мистер. Мы знаем, кто был плохим, а кто хорошим. Ты был плохим. Следи за собой. Никаких разговоров. И, кстати, мы казним сбежавших заключенных. Так, дружеское напоминание. Правильно, мистер. Привет. Как дела? Отлично, спасибо. Отлично. В Корле я чувствую себя в безопасности. Ведь в нашем городе находится глава гильдии бойцов. Понятно. Тем, кто ищет работу, стоит подумать о гильдии бойцов. Говорят, они всегда рады новобранцам. Надо же. Люди подавлены, взволнованы. Подобные события испытывают на прочность веру. Удачного тебе дня. Положи назад, жалкий воришка. Все кончено. Сколь веревочки не виться, тогда заплати своей кровью. Осторожно! Ловите! Тебе не уйти отсюда! Осторожно! Как дела? Отлично, спасибо. Отлично.